Да, и уже у нас полбака бензина нету. Отлично. Даже с одним ускорителем можно пройти опасную дистанцию. Вот. Забыл что. Да, у нас уже мы горим. Но да. Отлично! Мы открываем Запорожец, как по взгляду, по-моему. Но мы доехали этот заезд с без колес и с горящим мотором. Перегрелась у нас машина. Но это стоит того, чтобы вы поставили лайк под видео и поехали дальше.